видишь, перемещается как лапками, лапками. Ой. Еще эту плиту забил. Тощий. Хвост. Подожди, мы еще Тошку рядом посадим. Останови. Тошка так не... Кинь еще. Давай. Тоша. Он гордый. Все лучше детям. Ну дай ему спрыгнуть. Ух ты, какой гордый. Педигрюшку не кушает. Да, вот так хорошо. А где же кот? Вон спит. Кормочница. Пушнину. Саш, а ты подсыпал нашим женщинам вкусновит, а? Чтобы они стали лохматы такие, знаешь, хорошие. Как Тимур. Он, когда я кормил, я ему добавил вкусновит, а теперь он стал... Ты больной? Серьезно ты ему давал? Серьезно, он такой стал. Больной совсем. А что это надо? Вывернутый весь. Ну, это фермент, чтобы шерсть лучше была. Тимка, когда был маленький, стеснялся своих волос. Так, на спине, Так говорит, ты издевался над ребенком. Так я ему пушновею. Фредди. Тот поднял, да? Машка, сними тоже отсюда. А то порежет, ну, лапу порежет, Саша, об этом. Сам спрыгнул. Давай, прыгай. Не волнуйся, Фредди. Чарлинга проснул, зимой Кирилл проснул. Все кончилось. Да, когда елка срезает жратвы, то тут скажем, это не до шута. Ну им надо поровну давать. Тогда они не делают. Тоша. И то Тошка, он меньше съедает. Конечно. Слезай. Да, уж совсем. Он не трогает. Мы будем разом сразу. В разных комнатах будем. Тоша, иди ко мне. Тоша, открывай. Так, Светка, следующий кадр. Кермли, тебя там не хватает. Вперед, ничего не нахер. Я тебе дам. Иди. Чарли, держи. Горячий, наверное. Молодец. Тошка, никогда не отнимай ни у кого ничего. А ты? Как Тоша. Топик, агрессор. А что от себя? Чарли, что ты там делаешь, а? Бежай. Что так? Что случилось?